Так, как обычно, как теперь каждый игрок, ничего особенного не было. Это ваше первое интервью вообще? Да нет, не первое. Вчера ваш тезка Ковальчук сказал, что опытные игроки сборной помогут вам, отработав в защите более слаженно, более концентрированно. Ощущали ли вы это в начале, особенно первое? Да, конечно, всю игру защитники играли. Да не только защитники, нападающие, очень здорово играли в обороне. Все как бы отскоки выбирали, ничего опасного не дать задачи. Только я навелся по своей близке. Поэтому спасибо команде большое, очень здорово играли сегодня. Есть у вас свой дядька-наставник? Обычно молодых игроков есть. Из игроков? Таня, напиши, пожалуйста, пресс-служба. Да, он каждый подойдет, там, перед гостем подошел, сказал, с вопросом с тобой, там, помогает тебе. Поэтому все игроки поддерживали сегодня меня. Спасибо, Андрей. Был ли какой-то мандраж по ходу первого периода? Ну, конечно, немножко было перед гостем, первая игра. Ничего, справился, спокойно начал свою игру. Все говорят, что есть отличие от матча КХЛ. В чем оно для вас? Так, игроки стараются, как бы, представляют честь своей сборной, поэтому все выкладываются, ответственность больше, чем у КХЛ. Это сборная, все-таки сборная России. Тактика? Я в тактику не лезу, я вратарь, мое дело, шайбанцы. Ну, тактически против вас как по-другому играли. Отличается ли это то, что вы, с чем вы сталкиваетесь в КХЛ? Да я как бы на это вообще внимания не обращаю. Игра. Появилось ли желание на своем вратарском шлеме написать сегодняшнюю дату или, может быть, герб Хельсинки изобразить, или что-то еще связанное с вашим дебютом? Нет, все, главное работать сейчас дальше, еще больше, в три раза работать, так каждого места, что достойно. Будем много надо играть, это тоже надо развиваться. Много работы сейчас впереди. Василий Кошкин очень высокий, а вы даже не совсем высокий. А как думаете, важен рост для вратаря? Или сейчас это... Конечно, когда ты высокий, ты выше, ты закрываешь больше ворот. Но есть и маленькие вратари, которые играют в КХЛ. На технику влияет, да? У каждого своя техника, это трудно сказать. Коллеги, много спасибо. Много подсказывали защитникам, как действовать по ходу матча. Получалось? Да нет, я пытался подсказывать все, что в моих силах. Ну, здорово, как мне кто-нибудь подсказывал, и я старался. С этим все нормально. С победой, Илья. Спасибо большое. Коллеги, спасибо. Панарин.